мы перебазировались в палатку к Владимиру. Я здесь сижу, меня заставили не раздеться, а снять обувь. Вот я сижу в одних носочках, вот камера вот показывает, и вот так вот в палатке сидят завсегдатаи. Ну, у тебя коврик потеплее, чем у меня. Ну, естественно. Понятно. Ну, в общем, я даже не знаю, видимо, надо было прийти в твое жилище как-то по-праздничному. Это красиво. Да, с бутылкой там что там, водки, с тортиком, я не знаю, с чем. Ну, мы на рыбалке. Вот. На рыбалке с тортиками не ходят, на рыбалке люди ходят друг к другу в гости, только, ну, с крепким чаем. Вот. Так что, друзья, я просто, вот честно, сейчас мы сидели в моей палатке с Владимиром, обсуждали предыдущую рыбалку. Сергей что-то кричит, мне, видимо, поклевку, что ли. Нет, тихо. Вот. И, значит, решили перебазироваться. Я давно хотел всем показать, как некоторые индивидуумы ловят рыбу по несколько дней. Ну, извините, я вот сейчас сниму вот эту камеру нагрудную. Вот, значит, Володь, что у тебя есть в палатке? Расскажи, вот давай начнем с вот этого угла. Давай. Значит, вот в этом углу у нас стоит аккумулятор. Раз. Два. Нет, я вижу два. Один на сколько у тебя? Этот на 65. А этот? Это на 100. Этот на 100, на 100 ампер. Американский. Ну это у тебя как для катеров. Да, а он и есть для лодочных. Ну это серьезно. Значит, у тебя два баллона. Два баллона. Ну, понимаешь. Два баллона по... Нет баллона. Ну, у Сергея, да, по 18 литров. Да. То есть, так. Значит, дальше. Теплообменник у тебя Септерма. Септерма 2,3 киловатта. Плиточка СВ-55 работает как часы. Плитка СВ-55, то есть она инфракрасная. Да. Я ее каждую весну, после зимнего сезона, чищу, разбираю болтики. То есть делаешь ТО? ТО. Полностью разбираю. Понятно. Полностью. Работает 8 лет как часы. Ну, отлично. Я не знаю, кто там говорит, что она плохо работает. Я уже разобрался во всех грехах. Где добавить, где убавить. Воздух, воздух. Все работает прекрасно. Так, дальше, чем ты освещаешься? Освещаешься ты, я вижу, значит, у тебя два светильника. Да. Светильники такие же, как у меня. Вот профиль продается у нас в магазинах, да, где-то, да, там. Да. По 400-500 рублей. Один отключается. Вот. Ну, у тебя с такими, конечно, аккумуляторами. Я сделал все попроще. Я считаю так. Чем проще, тем лучше. Ну, я никакого лишнего, блин, приборов, чтобы вот это зависеть от него, я не хочу. Я бы не сказал, что у тебя по-простому все. Ну, не, подожди. Паш, вот это отдельно, это отдельно, это отдельно, это отдельно. Все, чтобы они не были зависимы от какого-то блочка. Я понял. То есть ты любитель пощелкать? Не любитель пощелкать, это надежнее. Чем проще, ну, тем согласен лучше. С тобой, согласен. Потому что у нас всегда ломается ночью минус 20, когда для зимников. Именно ночью. Не днем, а ночью. Мы с Сергеем, вот он сейчас там в палатке, с которой мы разрабатывали блок освещения «Луч-1». И вот ты говоришь, вот здесь вот я не сторонник, здесь я не сторонник. А мы сторонники того. Не, сторонники. А, то есть уже? Подожди. Вы сторонники того. Так, а ты не против того сторонника. Но чем проще, я считаю, тем лучше. Ну, я понял. Ну, мы тоже так считаем. Просто можно взять даже зубами. Перегрызть, соединить. Соединить, и оно будет работать. Далее. Так, дальше смотрим. Потом дальше. Кулер. Подожди, секунду, дядя Вова. Да. Мы еще не дошли до твоей этой раскладушки. Значит, у нас две лунки,
Лунки у нас от компании Lotus. И первые, и вторые. То есть и гидродно, ты сам делал под свою сам палатку. Да, теплодно, ты сам делал для своей палатки. Кстати, Володь, я хотел тебя спросить, то, что вот ты гидродно делал сам, то, что в Lotus она стоит 5000 примерно, ориентировочно. Сколько мне обошло? Да, вот скажи, вот, ну, честно. Честно, да как обошлось, честно, 1200 сам ПВХ. Сам материал? Сам материал. Такой же? Да, ну, 700 рублей банка, 750. Клея. Который ты использовал? УР-600. Там, 600. Пятую часть. Реклама. Хорошая, ну, не реклама, ну, просто я говорю, как человек, который вот, читайте банку и делайте так, как написали на банке. Угу. И будет у вас все хорошо. Я понял. Вот. Ну и, собственно говоря, ты приложил свои руки. Ну еще день-два. И лотовские фланцы. И все готово. И все готово. Так, дальше смотрим. Значит, что тут у нас? Ну, это светильники. Дальше у нас очень много удочек. Снастей. Эхолот у тебя практик. Тут камера. 6 Pro. Значит, подводная камера. Подводная камерка, вот. Так, ну, здесь много-много всяких каких-то вещей, пока я которых не знаю. А какие они? Удочки и камерку я пустил. Значит, здесь у тебя стоит спальное место. Это спальное место. То есть раскладушка у тебя или что там? Это от снегирей. А, кресло. Я тебя понял. Трансформер. Я тебя понял. Здесь снеги. Ну, там у тебя очень много всего. Датчик. Ну, это у всех сейчас порядочных рыбаков есть вот этот датчик. Да. На всякий случай, ребят. Да, это нужно. Да. Надо это приобрести. Кто пользуется газом, теплообменниками, это просто необходимо. Вытяжка. Так, у нас даже еще и вытяжка есть. Вытяжка. Отклепается. Приклеивается. А, то есть она на липучках даже? На липучках. Паш. Сам делал. Все сам сделал. Вот это, кстати, хорошая штука. У меня тоже есть такая же вытяжка. Ну, пошла работать. Пошла работать. А у меня тоже в лотос становится. Не пользуюсь ежедневно, как бы сказать, постоянно. Это когда я вот пищу готовлю. Угу. Курить не курю в палатке. В моей ты куришь. Твои ты разрешил. Ну ладно. ладно. Вопрос снят. Так, дальше у тебя что? Значит, дальше я вижу термо какой-то ящичек, потом это у тебя рыболовный продукт. И стол здесь, с приемником. Здесь приемничек. Так, понятно. Вот это, ну, маленький телевизор. Ну и планшетик у тебя, да, тоже, чтобы посмотреть фильмы хорошие, да, фильмечек для взрослых. Для взрослых, да. Здесь очки увеличительные. Ну это да, это насаживать. Да, надо. Это слепандер. Это датчик уличной температуры. Здесь у тебя стоит кресло для гостей. О, видишь, падает постоянно. Это вот пришел лучший друг или хороший знакомый. Угу. А вообще мне лучше друзья. Да, я понял. Паш. Тут столик от снегирей. Маленький. Мне удобно. Как бы одному хватает. Друзья, еще раз напомню, это палатка 3T Polar Bird Long. Long, да. Ну а тут и остальные причиндалы. Это Паша сам сделал. Мелкого подлещика. Чтоб руки не пачкать, тряпочки не пачкать, его допустить. Понятно. Подсветка сюда ставится и зажигает. Друзья, простите, пожалуйста, что не снимаю поклевки рыбы. Поклевок просто нет. То есть у Володи здесь две лунки постоянно заряжены, у Сережи три, у меня три на этом пятаке. Опускал камеру, рыбы нет. Так что вот нет, совершаю экскурс, так сказать. Мы рыбу покажем. Рыбу мы покажем завтра, да, которую Володя поймал. Но в данный момент рыбы поклевок нет. Поэтому решил пройтись по палаточкам, посмотреть, кто как живет, на что живет и по каким средствам. Богато живут, не богато живут. Поэтому
решил делать проще. Вот так, ребята, вот так надо ездить на рыбалку. Конечно, ребят, честно сказать, я сам такой же рыбак, собственно говоря, как и Володя. Вот, я все время стремлюсь к чему-то к лучшему. Вот, ну, конечно, честно, барахла столько уже, мы столько обросли всем. Это комфортно, это удобно, это классно. Ну, ребят, все, конечно, возить это, разбирать, собирать. Килограмм 100, да, оборудования. Нет, 100 это без аккумуляторов, наверное. Не, ну уже с аккумуляторами. Я уже скромно буду с аккумуляторами. Ну, как-то вот так. Вот такой вот обзор. Мы еще включимся. Зашли к Сергею Александровичу в палаточку. Lotus Coop Professional с подстежечкой. Теплообменник. Чудо-прибор. Да, вот такая вот штука прибор. Друзья, пока без мешков, пока ноль. Как будто... Только нюхает. На стадионе ловим. Под нами глубина 11 метров, как на стадионе. Так, друзья, посмотрим, что поймал в пятницу дядя Володя. Вот она, красавица. На лиму ты проткнул. Печень уже никакая, никуда. Так, ну что, щучка. Ну, это практически лещик. И такие нормальные несколько подлещиков, окуньков. Да? Ну что, нормально, Володь. Нормальная рыбешка. По крайней мере, ты с рыбкой. Все. Раскладывай на три кучи. Серега говорит, раскладывай на три кучи. Так, упаковка. Налимчик. Плакал, блин. Ну а что он заглотил по это самое, по самой не балуйся. Так не хотелось, блин, думаю. Окушочки вот. Нормально. А говорят, рыбы нет. Да, говорят, рыбы нет, рыба есть. Но только она клюет по пятницам. Володь, наверное, с собой привез. Да. С рыбного магазина. Да, с рыбного магазина. Без 50 грамм 6 килограмм. Ну, нормально. Хоть кто-то с рыбой. Да. Ну, друзья, мы с Серегой поймали немного. Вот да. Всю рыбу мы отдали, что поймали. Ну, примерно килограмма 3-4 Володе. Да, он уезжает домой. И я 3. Да. Ну, пусть возьмет, порадует своих близких. Пусть возьмет своих близких, порадует рыбехой. Ребят, вот мы здесь стоим перед вами. Не знаем даже, что сказать. Что сказать, то есть по сегодняшней рыбалке, ну, то есть мы приехали вчера вечером. Володя тут уже неделю живет практически. Ну, не пугай народ, пожалуйста. Ну, практически. Ты приехал в четверг, сегодня вторник, практически неделя. Ну, и у него один день был клевый, пятница, и все. Мы со вчерашнего дня, вот, ну, мы не увидели ни одной поклевки. За ночь, я имею в виду. Никто. Сейчас народ, люди, кто-то приезжает, пытается найти рыбу, кто-то ходит с эхолотом, кто-то с подводными камерами. В общем, всеми путями пытаются люди найти рыбу. Поставлено очень много жерлиц, но жерлицы ни одной сработки с утра я не видел. Вот ряды прям стоят до острова. Некоторые люди просто приезжают, оставляют там санки вот здесь вот где-то там, ну, в районе вот этой ямы там пятака, и начинают ходить вокруг и искать рыбу с эхолотом. Ходят буквально 30 минут, рыбы никто не видит, просто ребята берут санки со своим шубурдяком и обратно в машину, и уезжает народ просто. Ребят, в Ильинском рыбы нет, и она, видимо, куда-то ушла на дальний кордон. Была в пятницу. Будем потихоньку собираться, закругляться там где-то в обед. Вот, потому что шмоток нам собирать очень много, стали мы стационарно. Раз уж приехали, надо досидеть до конца. Да.
И не знаю, получится у нас еще съездить на рыбалку. Расскажи, на лед. Что через или день, нет. Если такая погода, уже зайти будет, да, очень тяжело. Проблематично будет зайти на лед, потому что закраина уже очень хорошая. Все ни хвоста, ни чешуи. Чаще выбирайтесь на рыбалку. И да. Все будет. Всем лёд. Пока. Всем пока, ребята.